Всем привет, с вами я, Леон Пикачу, и сейчас мы будем делать обзор моего аккаунта в Соспект. Так, ой, 4%. Да блин. Так. Давай. Да, не надо мне. Не надо мне это. Так. Вот мы заходим. Так, давайте сейчас будем смотреть. Так, на Дюка ничего нет. И на Милу у меня есть такой скин, костюм, голова. Так, еще есть тыковка, тыква. Это очень крутая тыковка, которая дается в Соспект бесплатно из этого пропуска. На Фила есть у меня. Ведьма, которая из этого пропуска. Этот скин, вот этот, там, офицер. Из второго пропуска дается бесплатно. Вот эта лента, не знаю, но она за 80... Плесал в магазине продается. Это из третьего пропуска бесплатный предмет. Так, который сейчас нельзя получить. Я забыл поставить этот скин. Так. На Микса. У меня есть скин. Охотник за привидениями и эпический. И, ну, который дается из пропуска 6-го сезона. Есть еще 8-битный призрак. Редко. Дается из этого пропуска. Так. Плохиш дается из этого пропуска платно за пропуск. И вот этот, по-моему, из, да, там 4-го сезона дается бесплатно. Так. Бетти. У меня есть на Бетти водвижная рука. Так, сложно вставиться. Блин, так, блин, 2% было. Ладно. Это бесплатный предмет. Еще у меня есть, как там, уголодавший точка. Дается из пропуска из 6-го сезона. Есть призрак. Леска из 6-го пропуска скин. Так, на фазе у меня есть. Мортимер. Летки. Рука помощи. Эпическая. Есть тыква голова, тыквенная голова есть. И еще есть минустаха, да, вот что. Так, есть еще трезубец, редкий, еще крабик обычный. Есть эльф обычный и наживка обычная с верхушной. Мощный робот. Обычный. И все. Так, давайте дальше. У меня есть еще Ларри. Я, наверное, не написала это видео. Но у меня есть Ларри, который есть слуга смерти эпический. И супергерой эпический. И есть там Аквардион и клетки. И последний наш персонаж это... Так, предсказатель золотой, и знахарь золотой, и нейтронка редкая, и все. А нет, есть еще очаровательная трость. Итак, мы закончили на нашем видео про мой обзор аккаунта. Ну, с вами, как всегда, я был Леон Пикачу. Всем пока, всем удачи. Сейчас. Да. Чи.